Качает одно. Окей. Типа последний чел остался? Да. А у них вообще фулка, не? Скорее всего. Ладно, какая нахуй разница, что у них? Давайте мы, блядь, свою игру покажем, выиграем, и уже похуй, блядь. Что, у нас время есть, да? Не особо много. Сейчас приду. Чел одна ука, чел. Java на позицию. Мне моя моделька не нравится, буду поменяю. Пустяк. Надеюсь, мы сможем обыграть сегодня все. Нет. Если мы сегодня хоть один матч проведем, то карп. Виноват. Заслуженно. Да. Бля, что падение, да? Карп, слышишь? Да. Хуйна! Да, ты хуйна видел? Ну ты, блядь, счет 1-10 в пользу карпа, блядь. Ладно бы сказал бы я А. Я сказал да, блядь. Мардона. Засчитаю тебе, понял? Спасибо. Чебушила, блядь. Тиман, вставай на позицию. Да, Тиман, подожди, вытаскивай из мамки хуй, блядь. Заебёт, блядь, нахуй. Вечно, блядь, опять свои. А 7-7 это год рождения? Я вот что-то тоже задумываюсь, блядь. Это количество мамок. Я просто не знал, что Тиман настолько старый, нахуй. Да идите нахуй, блядь. Диман, тебе сколько лет? На сколько надо? Для мамки сколько? У тебя мамка, блядь, 57 уже лет или сколько, блядь? Да, но если тебе лет 30, то каких-то же ты блядь. Я говорю, что он бабушек. Бабулек, что ли, нахуй ебёшь, блядь? Елена Васильевна хуярит. Ну да, хули, блядь. По имя отчеству, блядь. Да, Вань, давай я тебе отдам, у тебя один нормальный. Елена Васильевна, вам можно? Можно я вам привсуну, блядь? А вдруг 16-летнюю мамку он ебёт? Если молодые мамки. Беременна в 16 смотрели? Чё, это твоя любимая передача, нахуй. Хуя ты, блядь, Лео. Интеллектуал. Мне нравится эта передача. Нравится? Да. Еще давай. Там помоложе мамок просто, да, показывают, блядь? Обычно жирные. В какой форме хотите сыграть? Да. Ты в курсе, что у нас форма меняется перед этим, блядь? Да он так не вначале спросил тебя. Да в черный, в черный заранее. Я хочу в белый. Я хочу в черный. А ну нахуй белый. Нормально. Хочу в форме, которая нас выебут. Гагер был чемпион. Ребята с кубком. Было, да, блядь. Ну и че, я ему написал, он, блядь, не смотрит даже. А, вот, прочитал. Тиман, да, чтобы побольше ударов тебе задачи на игру. Красную особенно. В нашей, в своей, нахуй. Как микро, блядь, квадратом. Как микро, квадратом, нахуй, на всю, блядь. Пидорасил вот туда Эдику, блядь, чтобы он так не спал, блядь. И скажи, соси, блядь. Си! Дама! Ваня, слышишь, что ты до сих пор форму выбираешь или что, блядь? Да, любуюсь. Красную, белую или черную. Или зеленую, да, ебать, ну похуй, что ее нету, блядь. Да, у Эдика есть. Я на Бармению засмотрелся, думаю, ебать. А об Насе задумался? Об Нисе? А где Найс, пацаны, Найс, где? Где Найс? Айс, где? Он его Найсом называл, Найс. Ты его вытеснил, брат. Айс, Айс. Пацаны, Найс, это лучший трансфер вопроса всю историю бросить клубов. Бля, ну что? О, нет. Он после Олсена лучший трансфер. На него Олсен дольше продержался. 2 минуты ТП. Я согласен. Кстати, да, кстати. Ну только так можем выигрывать, кстати, блядь. 5 минут. Можем поставить ТП, а потом зайти в чате как Эрина, как хуй сосит наш, блядь. Да и хуй. Просто. Победители не суют, как говорится. Ой, я там смех птеродактиля, блядь. Ваня там засмеялся, мне кажется, во мне демон. Тиман, ты что ли там, блядь, засмеялся или чё, блядь? Тиман, блядь, мамкину письку увидел там какую-нибудь, блядь. Это джава, слышь, Тиман? И беременную 16 увидел, блядь?
Чё? Тиман. Было чё, блядь? Тиман. Заткнись. Тиман. А чё вы его обижаете? Тиман, а ты ебал беременных или нет? Не. Брезгуй, блядь. Потому. Не дают? То есть у тебя есть за всех клиентов? Принципы есть, принципы есть. Ебешь мамок, только не беременна, да? То есть? Ну, конечно. Пора переходить ему на новый уровень, блядь. Ну и чё, блядь? Чё, он так и не просадался вообще? Нет, он я ему написал, типа, скажите, как будете готовы. Он пишет, окей, скажу. Ты как бы сам виноват, блядь. Ты как бы реально скажи то, что, блядь, у вас там... Ты ему написал так, что, блядь, может, блядь, сколько угодно, нахуй, выёбываться. Да, Вань, чё такой, ты слишком добрый. Да, Вань, ты сосун. Ну, бля, напиши то, что у вас как бы время там, блядь, прижимает нахуй. Изначально договаривались, что они могут опоздать до 10 минут. А чё ты того ёбаешься, блядь? Просто он сказал, что начнём вовремя. Наебал. 22.00. В профи не пускают. Ну, окей. ТП. Напиши, нас тоже в профи не пускают, Тимана, блядь. Блэй так вообще к профи ещё не подъехал уже, блядь, за 2 месяца, нахуй, блядь. Сука, вот. Кстати, по ударам, поворотам еще не было. Блин, я сейчас это думаю, блядь. Не, ему ударили один раз. Я. И забили. Нет, не забили. Нет, не ударили. 30 метров там пока ёбнуло, блядь. Поймал. Да? Причем намер твой, блядь. Тупо вцепился мне, блядь, как жертву, нахуй. Он кинул клин этот фотку телека, блядь. Напиши, зачем мне? Напиши ему хороший телевизор, блядь. Почем брал? Кто-то на зелике играет в FIFA? Да, автоюрист, блядь, у него задержка 26 секунд, блядь. Александр Жуков. Он из Краснодара, кстати. Классно. Короче, ладно, скажите, кому сэкономим, блядь. Все, ТП, я считаю. Пустяк. Мы с Карпом никогда не будем вместе. Мега, слышишь, что они ежедневно лигу проиграют? Там... Я кидаю, вот, разворачивайтесь. Че, Карп? Назови нас. Вот лига. О-о-о, пока, блядь! У нас СЗ, да. До свидания. Блять. Кто? Почему? СТЗ нахуй. Эффект стандарт будет. А она все равно ничего не слышал. Блин. Еще раз. Или отдай мне кнопку. Загрузка формы, блядь. Улица. Загрузка формы, блядь. Да. Я кинул прогноз, у меня загрузка формы. Нахуй ты мотаешь форму, не мотай, блядь. Так мы выходим. Ну, все равно не мотай. Эда, слышишь, что я говорю, мега, Лига Про, там башут с 8 утра нахуй до 12 ночи, блядь, нее. Выбить мяч с ваут. Ну, они там, короче, играют первую смену, там одни люди, потом вторую смену играют другие люди. Или Абельтос не разводи мяч. Галку. Выйдите. Я не буду разводить. Не знаю, блядь, Галку, блядь, сейчас. Светку сейчас, блядь. Бля, ты реально не знаешь, что за Галку? Ну, я понял, Галку. Не хочу ебаться, так что... Галку. Ой, блядь. Галка, это да, как бы сложно. Мега, выходи. Тиман, выходи, блядь, какой там ебёшь. Я ему пишу, у нас вылет, он пишет, гол забьем. Эдик, блядь, ебать, ты чё нахуй? Смешной, нахуй. Чё, он-то сам-то вышел? Хуршат когда вышел, Абдужал... для кого не конечно. Абдужалил. О, это мой друг, дай его ВК. По секрету скажу, 95%. А сколько одна лига пройдет, Мега? Ну, с 9 до 4. Первая, а вторая с 4 до 11. И там каждый день бабки не получают победителя? Да. Это номер 2. Там бабки получают это с 1 по 5 место все. Там, короче, можно сделать нормальную капусту. Бля, можешь с позиции не выходить. Давайте по фасту, ребят, начнем. У нас игра уже через 20 минут следующая. А опять Карпа ждем. Ну, заебали. Не, ну карта нормально. Этот, нихуя. А чё получает пятое место там? Ну, тысячи три, наверное, две. Ебать, я первая. Артула, профессор. 8. Ты мне как бы, в смысле, бля? А, ты же сказал. Наверное, вы, если бы жил в Москве, ты бы туда вечернюю бы сюда ходил бы, бля. Да не, там типа только с 18, а во-вторых, я туда пойду, да, когда вырасту. Когда мне будет 18. Вырасту.
Я скажу, когда. Тиман, хули ты смеешься? Ты в самом... Погоди, мы их приглашаем, или они нас? Гоу. Все, давайте, ребят, меньше пиздежа, поехали. Мега, спроси, там тебя по росту не пропустят, правда, блядь, нихуя себе, когда ты рост. Не, Вань, давай ты, у меня что-то какая-то хуйня. Хорошо, то я сейчас вылечу нахуй еще. У тебя 10, 16 или 17? 17. А уже исполнилось это? Исполнилось. Бля, вы заебали, блядь. Кто это? У меня мгновенно вылетело. Не, Вань, походу тебе нельзя, да, Вань. У тебя, походу, какая-то хуйня, Вань, блядь. Дергай галку. Дергай галку. Галку, а он не знает, что это галка. Бля, знает он, что это, он лентяй просто. В настройке. Настройки. Слушай, может быть, я не наспегаюсь? Снять, поставить. Я не знаю, как делать. Настройки. Бля, настройки, зайди, галочку там снять, сети. Поставить. Да он уже не успеет, все, блядь, где? Галочку снять, ебать, у нас 30 секунд отсчет, ебать. Просто снять. Ты ебать нихуя себе профессор, нахуй. Шарлатан ебаный, блядь. Блядь, запустите ебучий матч, кто-нибудь. У меня черный экран. Зависло все нахуй. Ебать волыны, иди нахуй, блядь. Ни себе, ни людям, блядь. Всем, блядь. Я ебался, блядь. Галочку, блядь, снять, да. Бля, мне фифа зависла. Бля, я не знаю, какую галочку, иди вы нахуй. Все фифа зависла. Настроили. У нас на трене зависло у всех. Яма, скажи, ты долбоёб, у тебя зависла фифа, сука, возьми нахуй, блядь, и выйди с фифы, блядь. Нахуй ты это нам оповещаешь, блядь. Сука, что ты за придурок, блядь? Жень, Саш, выйдите с фифы, блядь. Саш. Саша и Блэйд. Если они еще будут думать 10 минут, как выходить из фифы, блядь. Ну, блядь, Блэйда, она Блэйд последний остался. Чё за херь? Напиши, да хуй знает, ебать, че нас красная смерть. У них улетает тоже, нет? Или у них все окей? Да, сейчас они сказали, что у них на арене зависло все. Ой, вот, у них тоже зависло на арене. Пиши, нихуя, если вы охуели, еще два это... Так я им написал, что... Блэйд! То у них хуйня какая-то. А Блэйд вообще здесь или нет? Мне кажется, Блэйд, здесь хуйня. Выйди нахуй, сифы, Блэйд. Блять. Бля, у всех на арене завис, получается. Да. Ты чё понял, надо мне искать. Нет, ты чё, я в только у тебя, блядь. Ты ещё не понял, блядь, из разговоров? Не. Всё, профессор уже встал, давайте. Фаст. Меня залагало тренировочное поле. Он что, тоже на телеке играет, что ли? Да. Ну, он же братан был. Требовал, можно на телеке делать. У меня залагало на телеке, нахуй. Напиши ему, чтобы он каналы переключил, нахуй. В рот я ебал, первый канал, он такой сидит. Канал. А, Вань, сходу следующему соп напиши, ты что опоздаем? Да я уже написал. Сходу, блядь. Прям с двух ног, блядь, напиши ему нахуй. Карп, у тебя иногда такие шутки прикольные бывают. Да? Вставайте по фасту, ребят. Хотя сам-то не прикольный, но ладно. Пиздец, сейчас, блядь, на той серии зайдет, у нас первая игра без капитана, это ТП нам нахуй ебут. Серый, ебать, там весь кокос доминиканский вынес. Блядь, с Гирипухом, блядь. Первым самолетом сюда прилетит, попадет, доминикане купит, нахуй будет, блядь, набъебанный этот хуярить. Че, Натан, у нас там все стали, Вань? Не готовы? Да, да, да. Да, я еще не запускаю. Да, да. Они готовы, Ваня? Спрошу сейчас. Ну ладно, бог любит. Хуя у них стата, блядь, 80 побед, блядь, 100 поражений. Сейчас мы, сейчас матч начинается, и такой, блядь, волына. Бля, у меня вылетело, пацаны, но. А чё, занижай? Они готовы, нет? Ещё не готовы? Ещё нет, ещё. Сучки. ТПМ, скажи. Я не хочу вылетать. Так не, ну погоди, но... Погоди, второй раз вылетели все, не считается, как бы, все вылетели. Онлайн подключай. Фифу перезапускают некоторые, блядь. Блядь! А почему да. Ты просто интернет не поменяешь? Ну, типа, другой там, не МГТС, а какой-нибудь другой нормальный интернет. Ростелеком. Мне так впадло это делать, слушайте. Придется. Как будто это ты сам, блядь, нахуй делаешь. Пиздец, тебе, блядь, люди приходят. Ну, ладно, вообще придется, Вань, реально, блядь. Весь год такую хуйню человек. Хорошо. Я что-то хорошо, ты ж хуй не поменяешь, хуй поменяю. Порты открою, если не поменяется, поменяю.
Ты, блядь, их еще не открыл, нахуй? Я... Ах ты наебал нас! Пиздец, блядь! Охуеть! Подождите, я поставил IP статический. Мне сказали, у вас, когда IP статически встанет, у вас все порты автоматически откроются. Я хотел проверить это. Тебя наебали. Ну, значит, сегодня я позвоню им, скажу, откройте мне это. Либо тебе просто МГТС. Она, блядь, сказала мне, такая тетка, это типа, блядь, а какие вам порты открыть конкретные? Она не знает, что открывали порты. Не, она говорит, ну мы вам пробросим порты. Пробросим? Построим нахуй, блядь, порт в Европу. Майнкрафт. У меня, короче, была хуйня. Она говорит, звоните в Sony, узнавайте, какие вам порты конкретно нужны. В Sony? Я зашел. Это был? Бля, братан, но это жестко. Блять, у нас 15 минут не начался матч. Где вы, ебанутые пидорасики? Скажи ТП, все, пошли на. Скажи ТП, пошли на. Сезон пойдем покатаем. Нахуй надо. Кстати, может потом Прометей также потупит, а потом еще и Ринас, и мы сегодня заебись сбор проведем. 3 победы, ебать, нам плохое начало. Сейчас один. Может, попросить их кинуть? Пусть они кинут. Да не, погоди, да, давай я сейчас один кину. Давай, потом еще два сгона подождем. Блин, если я сейчас ты кинешь, то все, похуй, уже играете, как играете. Если я вылечу, даже. Ты думаешь? Ну да, ну вообще да. Go. И, пожалуйста. Хоть бы получилось. Блин, я молю бога. Скажите, когда у вас загрузится форма? Ну, у тебя идет загрузка выбора формы? Загрузка выбора-то идет. У нас такая штука. У меня просто Гуглишок. Ты скажешь, ебать, но мне пришел приглас, блядь. Поебать. У меня ебаный Гуглишок пока. То же самое, они не пришли. Это хуево. Да нихуя не хуй. Это нормально, это товарка, это все окей. Они... А, погоди, они не хуйня? Да, все. Есть, все, блядь. Вау, на деле. Сейчас будет убивать. Блядь, сейчас. Сейчас на первой минуте красный, блядь, получится. Ты, блядь, Джава, получишь красный, нахуй. Да, бля, иди. Третья минута, бля, он на подкате в спину типа прыгает и пизда. Я же не долбоёб, я же не джавид, блядь, бахшиев. Я не получал красную, Вовка, хотя. У меня одного сейчас, походу, кода вылетит, да? Все, блядь, ладно, давайте играть молча. Всё, блядь. Поменьше пиздежа, лево. Лево? А право можно? Блядь, всё. Лево, право, Ладно, все, поехали за посидуем эту говно. Давай, сразу мультики включим. Так, все, пиздец, убили, блядь. Понял, кто-то вылетел, походу. Данил, играем. Пидоры, прикинь, выходят. Блядь! Мне плохо, я пошел забивать. Забивайте, блядь. Ну ладно, не забивайте, если... Да куда? Ты че, не забьют? Тёма, они уже забьют, реально. Я защищаюсь, как лев, нахуй. Забасываю, нахуй. Ну не надо забивать, блядь, чуваки. Бля, ну они заебали, Вань, время видел. Напиши он. Что поделать, блядь, что время я видел, время. Ваня, у тебя яйца есть? Блядь, ты так сожрал за мне, пацаны. Давай, дай, на, на. У тебя яйца есть? Блядь, что значит яйца, нахуй? Мы матч начали. Ну скажи, у тебя яйца есть? Есть. Так, смотри, по сути, второй раз из-за них мы вышли. Покажи. Тебе на камеру показать прям? Да. Ну смотри. А что, так можно было с утра? Где капитан, блядь? Я захожу к тебе на стрим, сука, не дай бог на твоих яиц. У меня нет стрима, блядь, для записи. Не дай бог на записи твоих яиц не будет. Напиши, они долбоёбы, блядь. Блядь. Да тебя слышно, не переживай, они потом посмотрят. Пусть пишут гандоны, блядь. Оскорблять соперников — это нарушение регламента. ТПМ, блядь. Слушай, бро, ты чё? Тематику успокаивай, блядь. Ну, конечно. Мы опоздаем. Негодяй, Даниил, вас только ждем. А, бля, еще. Блять. Не, ну по факту они два раза вышли. Что такое? По факту скажи, еще раз они выходят. Осталось 10 минут до следующего тура, как бы. Ну напиши, да, Прометею, что мы задержимся, потому что прогресс... Ну обнова, сука, не вовремя. Не-не-не-не, ну это все. Обнова! Че, блять, обнова там они говорят? ТП пиши, пошел. Нет, нет, типа, обнова сегодня не вовремя вышла, блять. Блять, их родили не вовремя. Ну все, Вань, давай там побыстрее их организовывай, блять, эти какаши. Говори то, что, блять, ребят, ну там надо иметь совесть. Ну скажи, сейчас go, нет, go, значит go, вам ТП. Go. Кидаем? Да. Да. Уже, а сейчас она, Вань, барабанная дробь, блять. Удачи, Вань. Вань. Блять, что-то мне самому страшно.
Я, блядь, собери свои яички в кулачок свой, нахуй. Их нет. Хуёте. Это правда. А ты откуда знаешь, блядь? Бра, брат, если вы слишком долго играете. Да не будет форма есть, отлично. Да нет, за что, нет, за что, сына. Слушай, они, по идее, сейчас не могут, да, выходить? Все, уже выйдет, это будет пиздец. Ты ему написал, что если выйдет? Да, блин, 20 минут матч начинается. Вань, вот прямо сейчас, Вань, прямо сейчас напиши, если выйдете, то вам ТП. Да, они выходили во второй раз. Да, они заебали, блядь. Второй раз они выходили, они только... Выходили. Бля, Ваня, ну хуль ты такой безяичный, а? Нет. Ты включи, ты, блядь, блефуй нахуй, Вань, научись блефу. Да, да, да. Будь шарлатаном, как кожу. Все, ладно, играйте, блядь. Давай по фасту выебем. Бля, нету одного, прикинь. Все, поехали, оп, оп. Все, играем. Оп, убивай. Давай, ебем, похуй. Давай, чем еби его, ну. Да, бля, давай, молодцы, давай. Что они вышли, смотрим. Давай, давай. Забейте, блядь, гол, ебаный. Давай, Вань, прессингуй, 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 Ваня, Ваня, кой тебя, да, прессингуй, блядь. А он выбивает или что? Да мы тут там. Они играют, блять, все, играем. Да играем, чего вы обсуждаете вообще их? Я не... Да они выходят, блядь. Они выходят, а да вы че? Да, так прикинь. Блять, все, шах, ТП, пиши ему. Ну все, мне похуй. Нет. Это пиздец какой-то. Хуйня, мы так никогда не сыграем. Не, уже не нахуй, время видно, алё. Так у нас следующий тур уже, не? Конечно, все, через 10 минут. 10 минут, тур, блядь, что у нас соперники? Другой будет дать. Соперники следующие. Какая последняя попытка? У них зависло на, у них зависло на арене тоже, по блять, факту. Вышли мы нахуй. Они раз? Вышли один раз до этого. Это второй раз. Чё вы, блять, начинаете ебалой заниматься? Ой, бля, время. 20 минут прошло по регламенту 15. Да, блять, у нас нет выбора, блять, хули поделать. Мы сами нахуй согласились на эти баны перенос на 10 минут. По факту. Да там, блять, не... Ладно, все, все, не пиздим, блядь, отстаем, давайте. Ой. Не ставьте черную форму, она ублюдская, блядь. Да не, не, не полетает на черную, ставьте. Ебать, проклятый. Я закурю даже. Сейчас у нас выйдет волына, и вообще будет, блядь, фиаско, нахуй. Да, да и что нам делать, блядь? Все, нам хуй сосать без окурки. Для всех уже все похуй. Давай, готово? А у нас вообще люк разрешен? Это? Да. Не надо курить люк. Не надо на любую. Гоу, пенальти поставь себе, блядос, и поехали. Да похуй уже на эту хуйню, там уже сам. Давай, давай, поехали. Ебаный по голове, блядь. И... И... Окей, а если все команды вылетят? Прими приглас, дружище! Блядь, он пишет, погоди. Да блять, пошел да, на. Какой нахуй погоди, блять! Не принимай. Не принимай. Что-то пахнет я... пиздежом. Бля, скинь, нет. Скинь его этот контакт. Скинь его. Сейчас пойдет личинки в бой, я вам сюда. А, блять. Бля. Это я ебал. 20 минут. Ну, я не скидывай, Серёга, не скидывай. Сыграть, блядь, после всех туров нахуй с ними. Не поебал нахуй. Не, это я пизда. Кот 12 часов тур играть с ними, а ничего вообще. Не, да ну нахуй, я пойду спать до 12 часов. Блядь. Ну, по факту. Я по... Не, пол 12. Да, давай до часа. Не, давай, ну как бы, что у нас 5 минут? Давай быстрее, становитесь, быстрее, быстрее становитесь. А чё не принимай, ну давай, быстрее. Давай, Мега, остановись, прыгай. Гол напиши, блядь. Напиши им гол. Блядь. Вот чё, они до сих пор не встали, блядь, на позиции ебучие тебе в доме? Погода. Да, я ща найду его, нахуй. Блядь, ну чё, блядь? Ну чё такое, блядь, реально наебывают нас. Ну они перезаходят, наверное. Чувак, они... Блядь, ну... Окей, а что делать, допустим, если попутно другой турнир? Другие соперники охуеют. Я бы на их месте, блин, нам поставил тут. Пошел, блядь, Серёга, разъёбал, нахуй. Не, ну это пиздец, 23 минуты мы даже не начали игру. Нам реально ТП потом поставить на РКПЛ и пизда будет. Ну, по факту могут.
Ты написал про Митрию? Сказал, что мы отделимся? Да, я ему написал. Напиши, Вань, то, что мы по жестко. Вы же ТП на него поставите, и он не читает даже. Блядь! Он напишет 20-40, поставит. Может, перенос? Да когда? Может, он нахуй пойдет, блядь? Да, пусть нахуй идет с этим переносом, блядь. Вот клянусь, я не буду, принцип, блядь, у меня сейчас стал. Слушай, они еще не готовы, Вань? Вань, пиши то, что я кидаю, они сейчас не понимают, это ГГ, все. Пиши ТП. В КРСМ. Я отвечаю, им ТП будет сейчас, если они не примут. Время видели уебаным, реально. Вань, я кидаю? ТП это уебищно, конечно, блядь. Блядь, ну, но да, это уебищно, сейчас... но это вообще пиздец. Сейчас бы 25 начать. Да не, ну начинать игру сейчас это пизда, это нахуй надо. Ну давай 23-30 сыграем, все могут, блядь, я лично могу сыграть. Два матча, блядь, одновременно. Нет, почему? Я могу один тоже. Один матч. У нас сейчас 22.30 и в 23.00. Потом в 23.30 мы можем сыграть. Можем написать край 23.30 с вами играем. Или ТП. Да. Он пишет, го кидай, блядь. Да какой нахуй го кидай? Так куда кидай? Пошел нахуй, блядь, реально. Я кидаю. Давай. Какое, блядь, ну нам ТП ты сейчас... Ты чё, блядь, нам да проговорим. Плохо подождут, блядь. Да подождут, пошли они нахуй, давай сейчас идём. Да не, Вань, смотри, они сейчас выйдут, ТП будет. Они уже не выйдут, Ваня, блядь. Да похуй, выйдут. Выбирай форму, поехали, блядь, блядь давай, нормально. Я попал в рот, нахуй. Да, блядь, ты админ или кто там ведущий, мне похуй. Лишь... Блядь, я... Ведущий. Все, Вань, не вздыхай, ебаный, ты уже красный. Блядь, долбоёб, блядь. Кто там, вода, блядь? Иван Ургант, блядь. Иван Ургант, давай решим. РКПЛ. Блять, давайте им десятку забьем в первом тайме, чтобы они нахуй. Да что за турнир сейчас? АКФ, блять. Слышишь, что, Ваня? Ебаная лига, блять. Ты если, блядь, следующую, блядь. Конченых, блядь, аутистов. Ты следующую это будешь начинать набежать, с вами Иван Турган, блядь. Блять, я походу в следующий тур не сыграю за оскорбление лиги, нахуй. Ребят, смотрите, какой план. Урганту, все, поехали. Все, игра. Тихо, ребят, план, если мы выиграем, там 3-4-0 выходит, блядь. Прям вообще, блядь, просто вот все, что только можно. Пол команды выходит, да, блядь? А вообще, пол команды в конце матча просто выйдет, пойдет с ПМТМ играть, вот и все, блядь. Какой, блядь, поставит. Ты что? Нормально, что ли, план есть, ребят, спокойно. Поехали, блядь, играть. А что, блядь, тут жавит, нахуй. Да зачем ты мне поздаешь, я назад подошел. Я вообще думал, это, блядь, как будет. Я понял, короче, мы сейчас еще 1-0, блядь, возьмем. Давайте, ребят, сейчас на игре сосредоточились и играем. Угу. Чё, продолжишь? Эффект, ну блядь, по флангу дай. Камон, давай игрока ставь. Вышли. Две линии от мяча. Мы не переводим мяч. Не играем проводим. Ближних присоедините сразу, цепёшники. Хорош, Митро. Отлично. Иди на него. Прессуем. Диман, ты куда, блядь, за пиво? Хорошо. Да. А мы поменялись. Вперед по флангу, давай сильно. Давай. У него только дальних нет, по-моему. Не, у меня есть. Там просто билды. Бля, мне прям не ты пишешь, нет. Игра в 23.00. А, казачки по чуть получше встречать, потому что, блядь, пиздец, у них столько времени подумать. Че пишет про меты? Все, потом Джава, кай нахуй. Давай. Давай, Белдот, беги. Ну, Карл. Ну, не торопись. Че? Спеши, ребят, просто в пас там сыграйте. Точно. Хорошо, давай, успеешь. Гайте до конца. Песен. Помогу. Здесь Торетто. Да это что было, блядь? Мы не хазис, блядь, играет. Лень скипится. Берите нахуй этот ебальник с моего экрана. Ты че встал, блядь? Блядь, время тянут, сука, блядь! Ой, сейчас, блядь! Специально, блядь! Поехали! Забивай, иди, Миша, забивай, сука! Давай, быстрее, Миша! Гол забей, блядь! Я бегу, блядь!
Да, блядь! Сука! Сука! Вышли, все, играем. Настя передала. Мне. Ну это мать. Да. Это мать, блядь. Не смогу общаться, Тиман. Сижу, блядь, там, блядь. Ребят, все, играем. Еще, Жень, по тобой. Бля, это был сказной. Хватит. Это считай гол, болельщик выбежал на поле, забил гол. Ой, блядь. Я Миша не растерялся, пошел забил. Ну пас, давай. Найс, такого бы засчитали, ебать бы срач поднялся. Мига, что ты не забрасываешь, брат? Я забыл про него вообще. Вспоминай в следующий раз. Бутильник, блядь. Ты вроде стал, там будешь если что говорить. Выезжай, блядь, убийство. Хорош. О, чего, блядь? А чё он, блядь, ещё не сделал? Карп. А, дошёл. Сюда, блядь. Бильдос пижон. Блэйд, пожалуйста, без... Да не, можно два забить, потом уже чудить. Конца, Ваня. Прессуем, ребят. Потом у нас вышел Тём. Нет, он на паузу нажал, отошёл. Сразу. Да. По флангу. Мика, не сжигай, ты чё? Хорош. Добро это. Отлично. Нормально, подкрутил. Всё. Немножко. Есть. Дур, не торопись, брат, я еще не забежал, я даже никто не писингую. Блять. Тиман. Вижу. Хорош. Хорош. Давай еще, блядь, сразу. Хорош, дай. Прессуем. Отлично. Хорош. Второй. Блядь, чего так пошел, ебанский. Сучка, прессуй его, Вань. Я пошел на твою позицию. Забивание, смотрите. Давай сильно вперед с ноги. Нормально. Бля, сквозь эфиру дал. Крестик лишний был. Хорошо. Блять, Вань. Нормально. Тебя ударил, смотри. Да, на сэр. Блять, давай убили слова. Гарп! Бля, сушка, короче. Бильдос, подожди ко мне. Время. Да. Угу. Бля. Нормально. Это ошибка еще будет. Бля. Ай, карп. Блять, я хотел... Я, короче, нажал на рапту, давал пас карпу, у меня замах сделал. Хорош. Назад вас не давайте. Последние минуты, пацаны. Да, давайте. Блин. Нормально, блядь.
Чисто. Есть время. А, не все. Бля, чуваки, 33. 33. Ну, по идее, мы закончим 40, ну, 42 где-то. Или 40. Ну, надо еще забить, успокоиться. Пусть они на старты будут на меньше. Ваня, они напи- отписали что-нибудь, Ваня? Да, да, я с ним переписываю. Все окей? Пусть знает. Кто там? Сука, скипайте там, мрази. А, скипайте там. Какой не скип, блять. Да, о. Да, поехали. Их разводка сейчас будет. Заброс, блядь. Второй надо забить или... Играем, играем. Команда, ребят, не полетит. Я вдохнул на один раз. Блять. Блин, ну как так посылить, правда? Я хуй знаю, этот квестик не шумел. Я уже под него хорошо, дальше открылся, хорошо. Прям. Такая. Давай сейчас мы хуйней пустим. Ребят, надо забить. Сзади него встань, микро, блять, он сейчас со заспом бежит. Да не, тут ничего он не сделает, там джава есть. Не, без проблем. Да, ближе мы сразу. Спокойно, соп один. Миш. Там. Нету. Еще нет, офсайда играем. Тём, блять, там походу на Дортмана пошёл. Бот. Честно. Давай в катку. Не нарушил. Ну можешь раздать, блять, развернуться забьём. Не, смотри, вот так встаёт и туда в катку штрафную. Нет? Карп, кати. Сами там исполните с карпом. Давай. Нет. Отойди, эффект. Я стой, подожди, эффект. Тебе на ногу катить, я тебя забью. Треугольником кати. Давай, пас. Зад. Записи будет, как нам. Да пробей, Дань. Бля, давал. Давай. Бейте по воротам, чего вы, блин, боитесь? Хорош. Хорошо. Маме, что-то кипер. Хорош. Ох, красавчик, блядь. Два, до конца, до конца. Ну, вон тебя уже. Есть. Хорош. Хорош, да. Хорош, да. Давай еще играем. Поехали. Быстрее, кандлаки, быстрее. Я даю на синего пиздец. Он бросит. Угу. Хорош кандалайк, идеально. Тима. Нормально. Фандорт. Мне бать ему повезло. Да, еще тут мяч наш. Вань. Ай, хорош. Хорош. Блядь, сильный мяч, мама. Хорош. Давай. Блядь. Пенальти. Забивайте на фасту быстрее, забивайте на фасту. Хорош. Кипром. Да.
Где он? Быстрее, давайте скипать. Типа. Просто вешай. Okay. Бля, это не угловой. Хорош. Бля, я там выбивал, кстати. Дань. Блядь. Хоть туда бежал. Через себя. Ну, Дань, смотри. Я хочу через себя сюда. Спина слева. Тимон, а куда ты подходишь, брат? Блядь. Что ты делаешь? Я забить хочу, блядь. Блядь, бать. Забил лучше в мамку, блядь. Пару своих болтов, блядь. Мика, можем. Ой, отлично вообще. Не бать. Навешивайте. Сразу грузи. Закрути. Блядь, закрути. Ну. Скидка, гоу. Минус ГП. Минус ГП. Там нельзя выиграл. Я нахуй просто выкидываю, блядь. Нахуй ждать. Минус ГП, карп. Хорош, блядь, хорош. Не забивай. Все, блядь. Поехали. Каждый год. Бог все равно быстро. Скажи, мы им готовы, не бей. Или даже мы встаем этим Прометею. Я уже с ними списался. Блядь, не забивай. Попускайте. Да, этот гол, да, гол 3 секунды, блядь, вы чё? Давай. Не, у нас даже время быстрее идет. Меня залагало, прикройте. Меня залагало, прикройте, опоздаю. Да чего и без дискорда играть, о чем вообще речь? А, будет без дискорда. Ну ладно, сделай. Ебать, ты спорю, не дал, блядь. Там в танке превышел, нормально, он еще даже. Только желтый не получается, это без желтый пропуск. Дверь. Бля, хотел дать. Сори. Это кубок, что ли? Нет, это обычно. Да кубок? Это КФ. Это КФ лига. Ебать, это жло, блядь. Чего, блядь? Вот сейчас 2-2 минуты, сейчас максимально, чтобы быстро прошла игра. Это АКФ? Да. Да. Пусть я думал, это кубок, блядь. Вы выбиваю просто, нахуй. Хорошо. Все, давайте быстрее. А встанем. Кубок водится, что ли? Все, ребят, вы быстренько встаем на позиции, ребят. Очень быстро встаем на позиции. Да какая нахуй стата, забейте болт. Хотя тот, кто я видео сделаю, записывает. Я сделаю стату, все забейте. На позиции стоим, блядь. А хотя мы ж не станем, пока он там, блядь. Нет, скажи, мы готовы. Почему встанем, это тебе не сезон уже. А. Ну, Крокс и Краснодар, нихуя.